Всем большущий привет, дорогие мои шопоголики и подписчики канала, зрители. Очень вас люблю, даже не представляете как. Спасибо вам за комментарии, за то, что заходите на мой канал, смотрите видео. Сейчас я нахожусь в Киржаче, опять у порога светофора. И давайте-ка мы с вами заглянем перед Новым годом, перед праздниками, что же здесь новенького. В Москве мы с вами уже побегали по светофорам и по другим магазинам. Пришло время Киржача. В общем, работает с 9 до 8 по зимнему времени. И глянем на новинки. Ой, там цветы завезли. В общем, смотреть... То, что не новенькое, с вами не будем, это можно увидеть в предыдущих моих обзорах. Будем акцентировать внимание только на новинках. Новинок в этот раз я вижу уже много, прямо с порога. Посмотрите, и там дальше. Сейчас все внимательно разглядим. Во-первых, панели ПВХ 111 рублей, да какие красивые орхидеи. И сама плитка сотами. Но единственный тут минус, видите, тоненькая. Вы меня спрашиваете всегда мое мнение. Я считаю, что тонковато. В Леруа, допустим, такие панели, они как-то пожестче. Значит, размеры 973 на 492 и 0,2 всего. То 1,55. Вот один такой лист. Один лист. Россия. И вот еще какая новинка. Электрическая расческа-выпрямитель. Вот она какая. 334 рубля стоит. Бережное выпрямление волос. Быстрый нагрев. Это Китай. Мощность 25 ватт. 135 сантиметров длина шнура. Для шнура. Так, 25 ватт, да. Специальное покрытие обеспечивает равномерный нагрев устройства и не повреждает структуру волоса. Вот такая расческа. 334 рубля стоит. Я думаю, что можно взять и протестировать там с вами. Я думаю, вы меня будете спрашивать, какое у него качество. Здесь галочка стоит напротив розового цвета. Есть еще белый цвет. Ну-ка посмотрим, может быть... Нет, розовые. Я думаю, все розовые. Да. Розовая вот именно такая. Смотрите, какая яркая. Это даже не розовый, а цвет фуксии. On-off. Переключатели 1-2. Значит, три режима. Выключить. Это вниз. Потом режим единичка, двоечка. И вот здесь лампочка будет загораться. Значит, шнур здесь. Нет, он не крутится. Ну, ничего страшного. Вообще 334 рубля, это, конечно, копейки для такого прибора. Нужно смотреть, как он нагревается. Здесь поверхность пластиковая. Я думаю, что вот там нагревается. А эти не острые. Вот язычки, иголочки круглые на концах. По крайней мере, не будут травмировать кожу головы, а также волос. Вот здесь может немножко застревать. В общем, нужно все-таки тестировать, смотреть, нужная, полезная ли вещь или нет. Расческа удачная или неудачная. Стулья здесь тоже завезли. Вот эти складные Ника 1. Но цвет здесь другой. Сиденье коричневое. Посмотрите, мне кажется, это более выигрышный вариант. Серый металл. Притом это металлик, такая краска. Удобное хранение, потому что он складывается. Мягкое сиденье, сталь, винил, кожа, пластмасса. Смотрите, как здесь удобно все поставили. И ценники есть. И видно, как в сложенном состоянии, в разложенном. Ага, а здесь, посмотрите, отличается. Здесь все металлическое. Металлическое. Нет, вот там пластиковая деталь, здесь металл. Мне кажется, все прочно сделано. Не то, что, помните, мы с вами думали, что там какие-то пластиковые детали развалятся. Нет, я смотрю, все очень добротно. И стул такой стоит 1219 рублей. Это Россия. Нагрузка до 120 килограммов. И сиденье довольно достаточно мягкое. В сложном состоянии. Вот он совсем мало места займет. Можно убрать куда-нибудь за шкаф. Пришли гости, достаете. Смотрите, какая красота. Горшечные цветы. Посмотрите, среди зимы, среди мороза. Какая красота. Так, бегонии. Всякие разные, и вот такие крупные, мощные. 235 рублей, диаметр 15. Цикламены, где они тут? Вот они какие яркие, красивые, нежные. Выращено в России, это все агрохолдинг московский, 235 рублей. Розы. Так, и вот здесь я увидела, посмотрите, какие цикламены. Шикарнейшие, яркие, сочные, белые. И такие вот розовые с белой окантовочкой. 235 рублей. Есть и герань, но она уже не очень хорошо себя чувствует. И роза микс.
многолетники и полукустарники. 15 на 30. Смотрите, розовенькие и желтые. И не герань, а все-таки пеларгония. Здесь даже описание, как ухаживать. В общем, 235 рублей. Для автолюбителей пригодится информация. Антифриз G12, 5 килограммов, красный, 278,30. Вот он в таких канистрах. И смотрите, разбирают. Здорово, теперь все аккуратно лежит на полочках. Ценники ровно в ряд. У каждого товара свой ценник. Мне кажется, этот магазин все лучше и лучше становится с каждой нашей с вами поездкой, с каждым месяцем. Есть еще плиты газовые, 795 рублей. Я протестировала, в кейсе отличные. И газовые баллончики теперь продаются еще и в маяке, и в светофорах по 60, по 50 рублей. Удобно. Смотрите, какая тут полка. Прямо целый шкаф с крючками. Так. Сейчас посмотрим. Есть еще вешалка Шеффилтон металлическая с пластиком. Значит, коричневый цвет, 718 рублей. Это вот она. Для брюк здесь резиновые колечки, чтобы брюки не сползали. И для пиджака тоже с резиновыми колечками. Это пластик. Все, я подробно вам показывала. Несколько штук еще есть в наличии. Но из новинок, посмотрите, гардеробная система. 1600 на 600 и на 300 с полками и кронштейном, модульная разборная, 1357, вот это она и есть. Черный цвет тоже, это все, а нет, вот это металлические трубки и пластиковое соединение. Штанга для вешалок, наверное. И две полочки получается под обувь или там под сумки, под что угодно. Она легкая, такой эконом вариант. 1357 рублей. И написано, что Россия. Посуда тут еще новенькая. Вот к этим тарелкам восточный орнамент. Есть еще и кружки или чашки. Пиалы или, как еще это, коса. Да, вот такие крупненькие. Тарелки с королевскими лилиями. Глубокие фарфоровые с деколю. Два дизайна. 54 рубля. Вот эти, смотрите, какие симпатичные. Очень даже. Они все одинаковые, да, это серый такой какой-то, темно-серый, наверное, все-таки цвет. Думала, зеленоватый, нет. Очень мне нравится качество вот этого фарфора, он какой-то очень уж гладкий. И они и не тяжелые, и не легкие, и не толстые, и не тонкие. В общем, интересный такой вариант тарелок. Стакан с эмбоссингом, 300 миллилитров, 20 рублей 21 копейка. Есть, смотрите, какие гладкие, а есть ребристые. И те хорошо смотрятся. Вот на Новый год можно подобрать уже комплектик. Эти пиалы именуются здесь бульонницами. Зеленые варианты, темно-синий, 78 рублей, два дизайна. Тоже фарфор очень приятный, гладкий. Такую посуду приятно держать в руках. Да, и темно-синий цвет. Кружки 62-35. И тарелки. Ну, это мы с вами видели. Да, тарелка большая, Леган, 378. Они тут тоже еще есть. Получается полный комплект. Что я нашла? Жаровня чугунная с двумя ручками, 300 на 60, 4 литра 200 миллилитров. Смотрите. 908 рублей стоит. Для чугуна это недорого. Мы с вами знаем. Но нужно еще проверить, чугун это или крашеный алюминий. Во-первых, как мы будем с вами проверять, не поделка ли это алюминиевая. По весу. О, вес тут хороший. Вес хороший. Смотрите, какой звон. Тут на ручках даже что-то написано. Бризол. Это отлито. Да, бризол. Вот оно, донышко. Жаровня отличная, чугунная, тяжелая. Украина, производитель Бризол, так и есть. Вот даже на коробочках скотч Бризол. И есть инструкция к этой жаровне. Ну-ка посмотрим.
Рекомендации по подготовке и уходу за чугунной посудой. Вот это, кстати, это отличная штука. Чугун сейчас дорогой. Сполосните посуду. В общем, как подготовить, как готовить в этой посуде, как ее хранить. Промывайте и покрывайте тонким слоем масла. Да, слушайте, ну надо брать, я думаю, вместе с инструкцией. Протестируем с вами. Возможно, даже на улице, на огне. Красота. Чугун уже в светофоре. Это классная штука. Это же та же сковородка, только без ручки. Вообще чугун сейчас очень дорогой, очень дорого стоит. Вот такая сковородка потянет 1000 на 4, а то и больше. Поэтому этот 908 рублей, это можно сказать бесплатно. Вот это не зря я заехала в светофор. Вы посмотрите, каждый раз что-то новенькое. Вот это да. Форма жаропрочная, сразу говорю, можно ставить в горячую духовку. Это тоже форма протестирована уже много раз. И пироги, и запекала в ней рыбу, и мясо. Не лопается в духовке. В общем, блюдо это двухлитровое, 253. А это 350. Все это жаропрочное стекло, проверено, протестировано. Смотрите, что сюда еще привезли. Вок литой, теперь уже и в киржаче. Тоже протестирован алюминий. Толстый, литой. Вот он наш с вами вок. Литая сковорода с антипригарным покрытием. 28 сантиметров в диаметре. Тяжеленький. Смотрите, какая ручка мощная. Очень хороший вок, хорошего качества. Не облез, все замечательно. 1037 рублей. Украина. Биол. Для сравнения, смотрите, купила я сейчас чугунную. Вернее, не купила, отложила. Тележку взяла, собираюсь покупать чугунную сковородку за 900 рублей. А вот, например, сковорода литая, Нива металл, 26 сантиметров диаметр, 652, всего лишь на 200 рублей дешевле. Но посмотрите, она совсем другая, намного попроще, ручки несъемные, покрытие антипригарное, она полегче, это просто-напросто литая посуда. Да, всего лишь на 200 рублей дешевле, но это уже не чугун, а алюминий. Поэтому я говорю, что вот этот вот, конечно, просто находка. Жаровня – это просто находка. Набор какой новенький. 1187, алюминиевый с антипригарным покрытием. Аппола или Аппола. Аппола, наверное. Селекшн. 4 предмета. Ковш 1,5 литра. Сотейник 24 сантиметра. Сковорода 22 сантиметра. В общем, вот он наборчик. Он запаян. Внутри все проложено пупырчатой пленкой, съемная ручка, готовим в духовке, готовим на плите, съемная универсальная ручка, компактное хранение. Вот это да! Посмотрим теперь на сами емкости, что они из себя представляют. Во-первых, форма, как обычная сковородка, вот сковорода. Интересно, как ручка-то прикрепляется. Ручку, по-моему, уже кто-то увел. Ну-ка, ну-ка, да, ручки нет. Чтобы посмотреть, они все, видите, гладенькие, все, никакого крепежа здесь нет, а ручка просто как прищепочка прищепляется. Даже не можем с вами посмотреть, ручку уже увели, потому, а знаете почему? Потому что ее можно применить, наверное, к любой сковороде, к любой емкости. Да, в общем, обычная стандартная сковородочка в комплекте, потом большая такая жаровня и маленький ковшик. Все с единой ручкой. Просто супер. А сковорода 22-сантиметровая. Из посуды еще интересный вариант. Смотрите, для праздников тоже. Атлантис, салатник 270 миллиметров. То ли сосновая шишка, то ли ракушка. В общем, что-то такое интересное. Изнутри гладкий, снаружи вот такой полосатый. Шершавый. Большой, объемный. Россия. И небольшие салатнички, аккуратные, из опалового стекла, 18 сантиметров в диаметре, 83 рубля. Тоже как вариант, смотрится отлично. Красивые стаканы, мне они еще понравились на фотографиях. Смотрите, это люминарк, просто красота. Такое гладкое стекло, толстое, вот здесь донышко. Они, значит, устойчивые. Ну-ка, да, они устойчивые. Изнутри вот такие там интересные выпуклости в форме ромбов. Все переливается. И самое главное, красивое само стекло. 6 штучек в комплекте. И набор этот стоит 276 рублей по 250 миллилитров. Светло-бирюзовый люминарк Россия. Скала для красного вина 260 миллилитров, 6 штук, 255 рублей. Вот такие мы с вами видели уже на коробочке. Королевские лилии. Красиво. И к ним по форме напоминающий набор рюмок. 6 штук, 50 миллилитров каждая, 170 рублей набор.
Тут кто-то его уже расчехлил. Вот такие рюмки устойчивые. Для новогоднего стола. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что это видео было вам полезно, а также интересно. Спасибо за лайки, комментарии, подписку. С наступающими вас праздниками. Мир вам дома, здоровья, благополучия, любви. С вами была Марина, канал TikTok TV.